Всем доброго времени суток, меня все еще зовут Раиль Арсланов, и я рад вас снова видеть на своем канале под названием «Хижина музыканта». Сегодня разберем новую песню Олега Майами под названием «Ты ветер, я вода». Но сегодняшний разбор будет проходить в другом формате, в сокращенном. Если до этого все разборы были больше 15 минут, то данный ролик я постараюсь сделать за меньшее время, дабы вы не уставали от просмотра данного ролика. А прежде чем приступим к разбору, хочу поделиться каналом моего хорошего друга Александра Седова. Там вы сможете найти разборы интересных песен, а также каверы. Ссылку на его канал оставлю в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, если вас все это заинтересовало. А мы приступаем к разбору. Поехали. Разбор с чего начинается обычно? Люди. Конечно же, с аккордов. Посмотрим аккорды песни. Их здесь 4 штучки. Аккорд GM. Средняя посадка берется на третьем ладу без фака. GM. Следующий аккорд Ми бемоль мажор. Это 6-й лад, средняя посадка. EB, то есть аккорд. Пишется. Следующий аккорд будет Си бемоль мажор. B. Пишется. И аккорд F. Самый любимый ваш в самом начале обучения. Игре на гитаре. Помните его? Аккорд F. Но я его беру вот здесь на 8-м ладу, также средней посадкой. То есть вот ми бемоль, F. Все близко, все понятно. Если случайно у вас не получается брать барре, пожалуйста, переходите по ссылочке вот на это видео, которое в углу появится. Как зажимать барре и аккорд F. Там я вас научу это делать. Ну а если вы не хотите ждать и хотите быстро научиться играть эту песню, простые аккорды типа АМ покажу в конце видео, так что досмотрите. А на самом деле зажимать аккорды не так уж и тяжело. Песня начинается со вступления, и в данном случае вступлением является припев. Его играем вот таким вот рояльным перебором, так я его называю, потому что в оригинале звучит фортепиано. И нам нужно на гитаре также изобразить игру на фортепиано. Все банально и понятно, да? Дергаем 6-ю, 1-ю, 2-ю струну, а потом 3-ю. И чередуем 4 раза с 1-й и 2-й струной, то есть рояльный перебор, я его так называю. На аккорде GM, да? Дальше средняя посадка, EB аккорд. Дергаем 5-ю и 1-ю, 2-ю струну. Си бемоль мажор. Здесь дернули 6-ю и F. Дергаем 6-ю. Но если вы будете его зажимать здесь, то дергаем 5-ю. Все понятно, да? То есть еще раз. Да, в это время мы уже начинаем петь. Ты ветер, я вода, мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Я небо, ты звезда, мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Начинается здесь куплет. Что петь в голосе в припеве? Все очень просто. Ноты ре, до, си бемоль, соль. То есть начинаем. Ты ветер, я вода, мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Вот эти самые ноты, просто вот еще встречаются нота фа, снова ре, до, си бемоль, до. Если совпадете с этими нотами, то есть ре, то можете спокойно спеть уже припев. Дальше начинается куплет. Чуть-чуть продемонстрирую кусочек и сразу посмотрим, как его играть. Эй, если ты хочешь прямо в сердце, ты мои пустые герцы, давай вместе интереснее, никому я не скажу ни о чем нет. Удержи рожа в мои руки, или просто раскрой мне объятия. Я знаю, растаю, я с тобою летаю, и мы ливнем о землю бить, но любовью согретые, и наша тайна там с ветром,
и мы вместе летаем. Но время на месте, стой, и я буду с тобой. Мы ветер, вода, мы как небо, земля, чтобы навсегда. И здесь уже начинается припев. Но давайте до него еще нужно дойти. Посмотрим куплет, как его вообще исполнить. Бой вот такой вот. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Давайте на блокированных чисто. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Три раза вниз в конце. Еще раз медленно. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Въезжаем. Все это нужно сыграть приемом palm mute, то есть ставим ребро нашей правой руки вот сюда вот, около нижнего порожка, чтобы вот такой вот приглушенный звук был. И играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. По каким струнам попадать, спросите? По любым, по сути, просто чтобы это все красиво звучало, приглушенно. Конечно же, можно поднимать руку, чтобы не париться. По сути, нижние струны, они открыто звучат, потому что у нас palm mute не доходит до оттуда. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть... Наловчитесь, и у вас должно все получиться. Что в это время поется в голосе? Ноты те же, то есть соль, си бемоль, ре, до, ля, фа. Если ты хочешь прямо в сердце, соль, 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 си бемоль, до. Повторим еще раз. Если ты хочешь прямо в сердце, ты мои пустые герцы. За вторым разом то же самое, только там количество щелчков меняется. За вторым разом, то есть соль, соль, си бемоль, до, си бемоль. Да, давай вместе. В этом месте уже играем фа и до. Так я услышал, надеюсь, правильно. Давай вместе, интересней. Никому я не скажу ни о чем, нет. Дальше в конце фа, фа, до, си бемоль, ре. До, си бемоль. По мелодии уже разберетесь. Дальше что идет? Удержи, разжав мои руки, или просто раскрой мне объятья. Дальше. Я знаю, растаю. Дальше идет си бемоль, ре, до, си бемоль, ре, до, си бемоль, ля. То есть я знаю, растаю. Дальше уже чуть выше опять берем ноту фа вот здесь. Потом ре, до, си бемоль. То есть это уже начинается предприпевная часть. И мы линим о землю бить, но любовью загретые. То есть си бемоль, фа, ре, 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 до, си бемоль. И мы линим. После фа сразу спуск на ре делаем. И мы линим о землю бить, но любовью согретые. И где случайно упали, там любовь догоняли. Те же ноты. И опять потом. Повторяется, начинается припев. То есть, если все это споете, вы будете точно попадать в ноты и будет очень красиво звучать. Дальше начинается припев. Его играем уже полноценным боем, который я играл в моем неполном кавере. Даже не понимаете, как это делать, просто по звучанию повторяйте за мной. Но если взять тот бой, который был вот здесь в куплете, он чуть-чуть по-другому играется, но удары те же. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вниз,
сложно, да? Но это облегченный вариант, можете его играть так. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Я думаю, уже пора попробовать припев полноценный. Полным голосом не получается петь, ребята. Потому что тут человек спит. Ты ветер, я вода. Мы с тобою навсегда. Мы с тобою. Мы с тобою навсегда. Ты ветер, я вода. Мы с тобою навсегда. Мы с тобою навсегда. Я небо, ты звезда. Мы с тобою навсегда. Мы с тобою навсегда. Таким вот образом два раза прогоняем припев, то есть будет такой же, слова те же, вообще ничего не меняется, просто там можете всякие вставлять кричалки, типа «воу-воу», как я делал, но это высоко. И потом начинается второй куплет, и вы также играете на палм-мьют в приеме, или же можете рояльным приемом играть на ваше усмотрение. Его сейчас здесь не будем рассматривать, потому что сокращенный разбор, как я вам сказал, уже будет. То есть идентично нужно сыграть и второй куплет, и последующие припевы. Мощно, круто, все это должно прозвучать. Ребята, ну и как обещал в конце ролика, простые аккорды. Как сыграть эту песню простыми аккордами? Аккорд АМ, это вместо G, M. Аккорд F, вместо Ми бемоль мажора. Аккорд С, вместо Си бемоль мажора. И G, вместо аккорда F. Вот вам простые, ну... Один аккорд F, конечно, присутствует. Остальное, все переборы, играете таким же образом. Ну и бой. Ничего не меняется, все так же остается. В правой руке имею в виду. В левые аккорды просто поменялись, стало легче. Ну и петь надо будет чуть выше. Если было GM, то мы повысили на целый тон до AM. AM вот этот, который только что показал, можно взять при помощи бара. То есть надо будет еще выше петь. Но это сложнее, можете наоборот понизить и играть те же аккорды шаблоном тех же аккордов, которые я вам уже показал. Вот и все. Ребята, если понравился разбор, ставьте лайк. Набираем 1500 лайков, и я сразу же выпускаю следующий разбор на следующую песню. Дабы вы не ждали, пока там выйдет кавер. Вы же что-то не совсем любите мои каверы, как я заметил. Хотите больше разборов? Хотите учиться на гитаре играть те же песни, что и я пою, да? Так что ставьте 1500 лайков, и незамедлительно выходит разбор песни. То есть я откладываю все каверы и выпускаю разбор песни. Не забывайте подписываться на Хижину Музыканта, потому что именно от ваших подписок зависит рост данного канала. Это и меня мотивирует, и людей становится больше заинтересованных в обучении, что очень круто. Ну а я напомню, кто впервые вообще на моем канале и не знает, как играть на гитаре, что за инструмент вообще, в описании под видео оставлю ссылку на мой курс под названием «Быстрое обучение игре на гитаре за 7 дней». Вот такой вот курс, где я учу людей играть с самого нуля до уровня любителя, скажем, чтобы можно было уже исполнять те песни, которые вы любите, которые вы слышите кругом.